Всем привет! С вами я, Ольга Мамистова, врач-ароматерапевт, психолог и создатель первой международной интернет-академии ароматерапии. Сегодня у нас интересная, но очень сложная для меня тема. Я считала себестоимость натуральной парфюмерии. Поскольку здесь все вообще не так однозначно, я взяла с собой блокнот, и мы будем вместе с вами разбираться. Поскольку натуральная парфюмерия – это как бы отдельный класс, и ее трудно сравнивать вообще с другими классами парфюмерии. Для сравнения я возьму класс люкс. Несмотря на то, что сравнивать, в общем-то, нельзя, поскольку даже в классе люкс используется очень большое количество синтетических компонентов, то есть это уже какой-то определенный бизнес, который, ну, к натуральности уже не имеет отношения, не так, как, например, в 20-х годах прошлого века. Но, тем не менее, мы сравним хотя бы по ценам, то есть выигрываем мы или проигрываем, когда делаем свою натуральную парфюмерию. Многие знают, что натуральные эфирные масла, абсолюты могут стоить по-разному. И такие парфюмерные масла, как роза, жасмин, они все стоят дорого. Но, тем не менее, давайте посчитаем, то есть сколько все-таки получается. Возьмем флакончик 30 мл, концентрацию мы возьмем самую большую, то есть примерно 30% – это концентрация парфюм. И, как правило, они стоят дороже. Люксовая парфюмерия – это примерно от $100 или 3000 рублей. Ну, как правило, еще дороже стоит. Итак, что касается натуральной парфюмерии, флакон содержит в себе 30% эфирных масел, абсолютов и 70% соответственно спирта. Да, спирт у нас, себестоимость она очень низкая, я предлагаю ее не считать. Тогда 30% это получается 9 мл эфирных масел и абсолютов. Сколько будет по себестоимости, если вот взять и посчитать эти масла? Сейчас такую цифру назову, что даже смешно получается. Это получается от 300 рублей. То есть $10. Это если брать простые компоненты. На самом деле новичку и совсем не обязательно сразу покупать эфирные масла. Розы, абсолют, жасмина, какие-то еще дорогие масла. Нужно распробовать, понять процесс. И потом уже появится желание купить эфирное масло розы, например, чтобы его использовать в духах. Это желание будет осознанно. Например, я, когда начала заниматься ароматерапией, наверное, полгода терпела, прежде чем у меня появился жасмин, потом роза. То есть мне было страшно смотреть в ту сторону, потому что были куча других эфирных масел, которые стоили и недорого, и, в общем-то, они мне тоже нужны были. То есть для начала имеет смысл выбирать из не очень дорогих масел, то есть которые стоят 200-300 рублей. Вот. И таким образом у нас получится себестоимость таких духов 30 мл, заметьте, от 300 рублей. Если мы захотим добавлять дорогие эфирные масла и абсолюты, то есть мы действительно все осознали, вот, подобрали рецептуры, и у нас есть жасмин, роза, сандал, различные, например, абсолют лотоса, абсолют нарцисса, абсолют ириса. Какие-то прекрасные ароматы. Из них мы уже делаем другой парфюм. И он у нас выходит примерно до 3000 рублей. Заметьте, $100. То есть это та же цифра, о которой мы говорили чуть ранее. Это о цене люксовой парфюмерии, которую мы покупаем. То есть примерно столько же будут стоить люксовые какие-то духи. То есть примерно равнозначно. Следующий блок цен натуральной парфюмерии – это стартовый набор. То есть мне тоже часто говорят, что ведь, ну, стартовый набор очень сложно подобрать. Что я могу сказать? Стартовый набор можно сделать от 3000 рублей. То есть это, опять же, как-то соразмерно с ценой одного магазинского флакона. То есть, но из того, что вы купили, опять же, можно сделать много разных духов. Вот этот стартовый набор называется парфюмерная палитра. То есть это как у художника набор красок, с помощью которого он будет рисовать много разных картин. То есть вот он покупает набор красок. Он ведь никогда не бывает такого, что он нарисует из нее какую-то одну картину. То есть это обязательно будет много картин. То же самое и с составляющими духов. То есть у вас будет парфюмерная палитра, она может начинаться примерно от 10-15 эфирных масел, каких-то абсолютов. Часть компонентов вы сделаете сами. Себестоимость начально может быть совсем небольшая. Но, опять же, на выходе это получается просто какая-то ощутимая экономия. То есть я, если честно, занимаюсь этим не ради экономии, но она как-то ненарочно получается.
Опять же, если брать стоимость натуральной парфюмерии от каких-то брендов, то стоимость тут будет совсем другая. То есть, эта бутылочка здесь будет стоить не от 100 баксов, а от 500. То есть, естественно, цены будут основательно повышаться, ну, поскольку это делаете не вы, естественно, да? Поэтому я призываю вас творить самим, поскольку... Ну, это такое чудесное занятие, это смешивание ароматов, создание собственного какого-то воздушного облака, своей индивидуальности. Это очень красиво. И, в общем-то, не так трудно, как кажется, поскольку, зная определенные шаги, что нужно делать для создания парфюмерии, это будет гораздо проще, поскольку есть определенные законы создания парфюмерии, есть определенные рамки, в которых мы творим, и, в общем-то, разобраться в этом не представляет чего-то сложного. Вот такая у нас получилась себестоимость. Мы сейчас посчитали один флакон. Вот мне интересно, сколько вы тратите на парфюмерию в год и насколько бы вам было интересно бы создавать свою парфюмерию. То есть ответьте, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Все, всего хорошего. С вами была я, Ольга Мамистова. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Здесь ролики будут появляться каждую неделю, поэтому имеет смысл следить за обновлениями. И скачивайте материалы, которые есть по ссылке прямо под видео, в описании видео. Там вы найдете различные ароматные материалы для скачивания, книги, вебинары. Это поможет обязательно вам в еще большем совершенствовании своих знаний по ароматерапии. Будет интересно всем. Конечно, заходите в наши социальные странички. Там тоже бывает много всего интересного. Все, всего хорошего. Пока-пока.